В продаже еще одна советская бритва, на этот раз модель «Утро». «Утро» 71 года от завода «Стис». Комплектация с коробочкой оригинальная будет. Вот, ну и сама бритва, собственно. Коробка именно модельная, название «Утро», сделано по РСТ 70-го года, стоило 2 рубля 50 копеек. Немножко дешевле ракеты столичных. Ну, вот «Утро» это была такая довольно простая модель, но при этом из нормальной стали 13Х, сделана по РСТ с соблюдением всех необходимых технологических особенностей производства. Вот клеймо полноценное стоит, «Утро» название модели, клеймо логотип завода «Спутника», логотип в виде спутника завода «Стис» и год 71-й. Вот, все, больше никаких обозначений на бритве нет, на хвостике, на эрле, с другой стороны тоже ничего нет. Вот, состояние в принципе неплохое, оригинальный заводской сатин, все в полном оригинале, также включая заводскую геометрию. Вот, как можно видеть, бритва имеет выраженную улыбку, скругление на носик, на пяточку, вот, под обух соответственно. Вот, бритва полностью чистая, ранее практически не использовалась. Выборка, как у всех советских брит того периода, примерно наполовину. Вот, при этом рез у нее должен быть достаточно мягенький. Вот, спинка полностью чистая, здесь внутри тоже все чисто. И зубчики с внутренностями тоже вычищены. Ручка строго черного цвета с желтым, ну таким не желтым, как бело-желтый цвет, светло-желтый клинышек. Вот, пины оригинальные, латунные, заводские. Вот, каких-то дефектов по ручке нету, как бы все в порядке. Вот, ну, скажем так, простая, хорошая советская модель с клеймом, 71 год. Там еще пару лет как клеймо уже перестали ставить после 73-го. Вот, в 71-м еще ставили. Простая, нормальная, классическая модель. Сталь 13Х, она такая, если ее по-человечески заточить, брит достаточно неплохо. Вот, по ощущениям, кому интересно, можете посмотреть обзор на подобные модели. Они назывались «Стис Союз». У нас на канале есть большой обзор на весь модельный ряд «Союзов». Это отдельная модель была по бритвам. Тоже от этого же завода, примерно этих же лет. Они там с конца 60-х, как и «Утро», собственно, по, ну, почти по 80-е производились, по 82-й. Вот. «Утро», кстати, также точно тут, по-моему, с 68-го у них старт производства был по 80-е годы. Вот. И делались они из той же стали, имели практически тот же дизайн. Но они такие были чуть более прямые «Союзы». Вот. И такая же точная выборка. Я их там тестировал, брился ими, точил по-всякому и рассказывал впечатления, ощущения. Кому интересно, ищите «Стис Союз обзор». На канале все это есть. Вот, по «Утру» я могу сказать, в принципе, все то же самое, что и по «Союзам». Вот, если будет когда-то на «Утро» отдельный обзор, в принципе, информация будет та же самая. Ну, вот, все, кому интересно, обращайтесь. Хороший бюджетный вариант.